Власти аннексированного Крыма на окраине Керчи начали строительство моста через Керченский пролив. Об этом пишет в своем фейсбуке «Мой Симферополь». На окраине Керчи стартовали работы по строительству моста через Керченский пролив. Напомним, вместе с этим работы по строительству моста уже идут на побережье Краснодарского края и косе Тузла, говорится в сообщении. Немецкий эксперт Хольгер Свенсон назвал стоимость Керченского моста для России. Напомним, что этот мост будет соединять аннексированный Крым с материковой частью России, общая стоимость которого оценивается в 5 миллиардов евро.